сюда. Ящик для А, вот сюда. Подсказочка есть. Голосуем за будущее страны, естественно, потому что будущее страны напрямую связано с руководством. Руководство страны, которое принимает решение, ее курс развития, как будет страна развиваться. Мы не могли пропустить, поскольку мы все-таки за Россию. Россия должна быть впереди. Мы за СВО. Я даже не знаю, у нас погиб племянник, но мы верим. Верим. Победа будет за нами, и мы самые крутые. Поддержки и согласия с линией нашей страны, нашего правительства. Надежда, конечно, надежда у нас на мирную жизнь. Вот это самое главное, мирная жизнь. А все остальное, все это ерунда. Ожидаем единственного и неповторимого, самого прекрасного Владимира Владимировича, чтобы он продолжал свой путь. А с чувствами радости, с какими чувствами можно прийти на выборы за любимого президента? С позитивным чувством я пришел, с надеждой на благополучие и, конечно, на тот курс, который сейчас проводится. Мне хотелось бы, так сказать, чтобы он продолжился, и мы стали более крепкими, надежными и, так сказать, благополучными. Как известно, сегодня в нашей стране, в соответствии с Конституцией России, начались выборы президента. Киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся.